песни новые, совершенно отличные. То есть они не учили эти песни заранее? Ну, когда мы делали подготовки. Нет, только когда мы готовились к празднику. Это вообще не сложно. Тут сложность вообще-то на каждом шагу, конечно. Поэтому то, что получилось, даже оправдало мои ожидания. Нет, ну, отлично получилось. Почему можно в сентябре учить начать другие песенки, потом уже сложно. Это да, но когда один урок в неделю 30 минут, то сложно выделить время на песенку. Мне кажется, что я в третьем классе, в третьем классе там бы вот эту песенку учила урок 4, наверное. У меня тут за школьники за пару уроков уже выучили. Это нормально. Если даешь ее как бы дома, они без конца ставят, и они постоянно по ней прыгают, и они все это уже знают. Во всяком случае, они, может быть, и не очень понимают, но они поют, подражают. Да, да. Они сейчас больше всего расположены к песенкам стихам. То есть фразы и сценарии, они повторялись бесконечное количество раз. Знаешь, подарочки? Да. Катина, день. Подарочки. Спасибо. Да, спасибо. Она, у меня сегодня ел.